тут около 20 сантиметров. Это не самая глубокая яма на этом участке. Жители газораспределительного микрорайона города Махачкалы устали требовать ремонта дороги. Бесконечные обращения в городские службы не дают должного эффекта. Критическое состояние дорог на этом участке создает аварийность и ставит под угрозу жизни людей. Все работы на данном участке ограничиваются локальным ямочным ремонтом. Мы видим здесь глубокие ямы, не соответствующие никаким параметрам. Есть национальный стандарт у нас. По национальному стандарту, Росстандарт, там говорится о том, что яма не должна быть глубже 15 сантиметров. Это автобаны, автомагистраль. Но у нас не автобаны, а автомагистраль. У нас местного значения. Тут должен быть не менее 5 сантиметров. 5 сантиметров глубиной, шириной 60. Посмотрите, что происходит. Здесь 20-25 сантиметров. О чем это говорит? О том, что ни один момент, ни один стандарт здесь не соблюден. Человек поворачивается, вот автомобилист поворачивается, поэтому застревает в яме, он может не среагировать и может быть крупное ДТП с исходом, очень нехорошим исходом. Вот этот участок дороги, он давно уже не ремонтируется? Он уже год в таком состоянии. Приехали один день, намазали там 15 квадратных метров, уехали. С того времени прошло уже 2 месяца, почти 2 месяца. Обращения в разные инстанции не помогают решить проблемы поселка. Среди прочих неудобств на голову жителей свалилась еще одна. Проблема в том, что вся канализационная сеть подключена к ливневой трубе тут. Начиная с Ахметхан Султана, Таркинская канализационная сеть, все попадаются вот открытую вот сюда. Это сегодняшний день прекрасно, тут воды нету, а после первого же дождя она сливается вся канализация по дороге и затапливает вся вокруг этой канавы. На бумаге это не канализация, а водоотводящая арык реки Толгинки. По факту же здесь собирается много мусора. Жители жалуются на зловоние, исходящее из реки. Вы сейчас здесь видите скопление мусора. Очень много бутылок, очень много отходов, которые вообще здесь не должно было быть. Это все открытое здесь. Вечером здесь невыносимо. Запах очень, ну, такой едкий запах. Невозможно открывать. Вот видите, здесь дома есть рядом. Окна не могут, жители жалуются, не могут они открывать. Реку собирались закрыть. Управление ЖКХ города Махачкалы еще в 2017 году подготовило проект по перехвату стоков и прокладке труб диаметром 1,2 метра. Дальнейшего продвижения по проекту нет, но появились новые сроки. На сегодняшний день нами были организованы выездные мероприятия с целью профессионального обследования данного технического сооружения, на основе которого был подготовлен дефектный акт. Следующим этапом будет составление сметы расходов, с дальнейшим включением данных работ в проект бюджета города Махачкалы на 2022 год. Ситуация на самом деле очень сложная, то есть придание дачным сообществам статуса поселков городского типа не повлекло за собой модернизацию существующих сетей и развитие инженерно-технического обеспечения. Вследствие этого люди, получается, самовольно прокладывают канализационные линии не вопреки требованиям устройства выгребных ям Шамбо, и, соответственно, появляются антисанитарийные условия. Но сейчас работа ведется. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, Ирина Канберова, телеканал ННТ, Махачкала.